Какого? Это ж трудно. Вот новые палочки. Как Яль... его открыть? Яль... Это еще труднее. Если в интернет вложишь, все там напишут там. Какой тупой, вот так надо открыть, вот так. Ну я хочу, я на лица не снимаю. Чтоб никто не знал, что это ты. Никто не знал, кто такой, кто этот тупой, да? Нет, кто это раскрывает? Это старинный метод раскрытия палок таких. Да. Древний, очень древний. Не буду имя нации сказать. Не надо, не надо. Не надо. Хочешь, я тебе помогу? Давай. На, возьми так телефон, он снимает. Смотрите, легким движением руки. Делаем вот так. И потом, применяя силу, легким движением руки. И все. Вообще-то оно вот так легче снимается. Все, все легко. Спасибо. Чуть руки порезал, так да. Нормально. Все. Все. Пока-пока. Все. Вот на работе выдали специальные палочки. Ставить на руль противоугонные. Для блокировки руля. Вон все работники ставят. Я тоже себе поставил, потому что участились случаи угона. Сейчас покажу. Машины. Многие стоят с палками, потому что воруют, залазят в салон, пытаются угнать тачку. Просто напоганить, насрать. Но это чужие машины. Вон. Тоже машина с палкой стоит. Это тоже с палкой машина. Вон красненькая. Так что в Америке тоже нехило воруют.